зовут Михаил Носков, я коммерческий директор компании IP-Matica. Наша компания является Valued дистрибутором телекоммуникационных IT и EV решений. Мы уже не первый год участвуем в этом мероприятии «Фокус», и, как обычно, мы на это мероприятие провезли несколько интересных новинок. Об этих новинках мой коллега сейчас расскажет. Здравствуйте. Рады приветствовать вас на стенде компании IP-Matica. Я Ишутин Андрей, руководитель направления ВКС и АВ. Компания занимаюсь пресейлом, помогаю выбирать решения для переговорных комнат, профессиональной акустики и систем бронирования переговорной комнаты. В этом году мы представляем много новинок. Это и видеоконференц-связь, это наша панель Meeting Board, которую мы привезли на 65 дюймов, которая является решением больше, чем все в одном. Это и кодек ВКС, и панель сенсорная, и белая доска. Также мы привезли интересное решение, вот такой вот микрофонный массив, который подключается по Wi-Fi и имеет возможность масштабироваться в зависимости от площади переговорной комнаты. Такое вот решение, которое называется беспроводной передачей контента. Решение, позволяющее без проводов, как ни странно, передавать изображение на ТВ-панель, что очень актуально сейчас. Также у нас появились новинки терминал Vinteo. Это групповой и клиентский терминал, который подключается к различным ВКС-платформам и системам. И много новинок микрофонов компании ITC, которую мы тоже представляем. Наши продукты отлично подходят для всех сфер применения бизнеса. Это и атомная энергетика, нефтегазовый сектор, медицина, образование, средний и малый бизнес. Мы постараемся решить любую вашу задачу.